На борту самолета Папа Франциск традиционно поприветствовал пул журналистов, сопровождающих его в этом визите. Он поблагодарил их за присутствие и пожелал удачи в работе. Всего в пуле аккредитовано 78 журналистов, представляющих различные мировые редакции. Среди них и наш собственный корреспондент в Бельгии Жанат Эрнст. Во время церемонии приветствия на борту она вручила Папе Римскому Франциску памятный сувенир в виде тарелки ручной работы, расписанной казахским орнаментом и изображением традиционного тумара, талисмана намадов. Папа Римский поблагодарил нашего корреспондента и пожелал мира и процветания всему народу Казахстана, а также успехов агентству «Хабар».